Ядовитый плющ. Цикл жизни и смерти. Африка. Колыбель жизни, где все началось. Добро пожаловать в Южную Анголу. Несколько самых захватывающих экосистем мира находятся здесь. И самых древних. Уверен, мы сможем найти то, что вы ищете, доктор. Уже остановите, доктор Непола. Как прекрасно. Действительно, и древние. Наконец-то живое ископаемое. Это должно быть, по крайней мере, 2000 лет. Отличная находка, доктор Айсли. Старше она потеряла счет. Что вы делаете? Веду беседу. Хорошо, мы готовы. Давайте за работу. Ну, как скажете. Вам лучше надеть шляпу, такое солнце может убить. Не, меня солнце любит. Ой-ой, похоже, у нас компания. Кто может здесь быть посреди пустыни? Плохие люди с алмазных шахт неподалеку. Видели наверняка тот фильм, они пытают и убивают. А еще они уничтожают окружающую среду вокруг себя. Они мешают нашей работе. Вы нарушили границу? Нет, у нас есть разрешение университета. У вас нет нашего разрешения, старик. Я бы на вашем месте этого не делала. Заткнись, женщина. Что за... Как никто не смеет мешать ядовитый плющ? 48 часов спустя. Вот так, это твой новый дом престарелых. Добро пожаловать в Готэмический ботанический сад. Я знала, что не сглупила, когда нанимала тебя, Пэм. Скажи это Гримли. Не обращай внимания, он все еще считает, что женщинам не место в науке, особенно в ботанике. Как ты вообще смогла меня... нанять Луиза. Я показала ему твои исследования трансгенных гибридов. Он подумал, что доктор Пэл Уэсли – это мужчина, а я не стала поправлять. Ладно, детки раскрыли глазки. О, замечательно. Они, наконец, здесь. Эти дети? Ученики Готэмской академии. Мне надо проверить свои эксперименты. Вот уж нет, я не собираюсь делать это одна. Нас спонсирует Форд Уэйнов, не забыла? Здравствуйте, дети, я доктор Луиза Круз, одна из местных специалистов-ботаников. Вы как раз вовремя, чтобы увидеть, как наш новый исследователь доктор Памела Айсли сажает наше последнее приобретение. Его называют живым ископаемым. Кто-нибудь знает почему? Потому что оно старое. Совершенно верно, ему тысячи лет. Множество растений живут дольше животных. Береза, клен и деревья могут жить от 100 до 120 лет. Ива может прожить до 400 лет. Таксус васата, тис. Кто-нибудь попробует догадаться, сколько может прожить это дерево? До 500 лет, скорее до 5000 лет. На твоем месте я бы этого не делала. Эти ягоды очень ядовиты. А теперь доктор Айсли покажет вам, над чем мы с ней работаем. Пойдемте в лабораторию. Вообразите, чтобы мы могли взять самые желанные черты всех видов растений или животных и объединить их. Разве растения и животные не разные вещи?
И да, и нет. Все живые организмы разделяют схожую ДНК. 60% человеческой ДНК идентична вот этому банану. Ну, это крутая теория. Так вы создаете здесь новые ГМО-гибриды. Это не просто теория. Мы, подобные этим, обычно погибают через 6 или чуть больше месяцев жизни. Этим была введена сыворотка, выведенная из растений, что вы видели снаружи. Сейчас этим мышам уже больше года. В этом направлении еще много неизвестно. Но хорошие новости в том, что руководитель Альбертус Гримли только что объявил, что мы получили значительный грант на наше исследование от анонимного спонсора. Доктор Айсли, почему бы вам не рассказать ученикам о ваших экспериментах? Но я исследую новую форму генной инженерии, чтобы вывести... Руки прочь, парниша. Нет, это ты не понял. У вас должен быть бейдж, посетитель, мэм. У меня докторская степень, идиот. Не нужен мне никакой вонючий бейдж. Харли? Так и есть, тут суперсекретный эксперимент, над которым ты все время корпишь, подружка. Привет, доктор Харлин Квинсель. Я просто заскочила. Я вас знаю. Мы с доктором Айсли давно работаем вместе. Во всяком случае, мне кажется, что до сих пор работаем. Доктор Квинсель, можно вас на пару слов? Харли, что ты здесь делаешь? Ты не отвечала на мои смски. Что с этой старой ведьмой? Я была занята, работала. И эта старая ведьма мой руководитель. Женщина, которая дает мне второй шанс в научном обществе. Можем мы отсюда свалить? У меня от этого места мурашки. Эй, если не хочешь представить меня своей подруге? Привет, Уинстон. Да, идем отсюда. Байкерский бар у Бобби. Кеннел Пойнт, Кот. Молодые девочки. Один май-тай с дополнительными зонтиками и одну воду. Поняла. Хочешь, Харли, ты не можешь просто заваливаться ко мне на работу, когда твоей душе угодно. Почему это? У меня нет всего времени на свете. Не уверена, что знаю эту новую плющ. Ты растение, ты человек. Ты знаешь, что я гибрид. Во многих смыслах хватит пытаться меня классифицировать. Зачем ты вообще в этой лабе? Не похоже, что тебе нужны деньги с этими твоими биопатентами и остальным. Честно, быть в окружении людей, разделяющих твои интересы и уровень интеллекта, стимулирует. Так значит, по-твоему, я недостаточно умная для тебя? Я этого не говорила. Ты злишься. Ты ведь злишься, верно? Чего она там застряла? Я не злюсь. Я психотерапевт. Не забыла? Сюда, киса-киса. У меня ты громко замурчишь. Завязывай. А кто-то должен научить этих ребят манерам. Когда ты злишься, ты всегда нарываешься. Мне просто нужно сбросить немного негатива. Вот и все. Мальчики. О, нет. Приехали. Эх, наверное, нужно ей помочь. Старые добрые, а? Рада, что ты решила присоединиться к танцам. Иногда ты слишком одержима работой, как по мне. Жизнь — это не только веселье да танцы, Харли. Ну давай, сука. Это начинает меня утомлять. Давай, не сдерживайся, расскажи о своих переживаниях. Мне не нужно ничего рассказывать. Я связана с мамой, с самой природой. Не забыла?
Но у тебя же остались какие-то человеческие чувства, я надеюсь. Точный процент мне неизвестен. Хватит, попробуем нечто иное. Что это? Уродки. Нечто, что я сварганила на работе. 5 секунд. 6. Рецепт новых феромонов. Как тебе? Считаешь себя самой умной, да? Ну, так и есть. О, так значит, я тупая. Это когда? Ну, иногда ты действительно ведешь себя глупо. Это была последняя капля, а ты еще гадаешь, почему у тебя нет друзей и плющ. Например, с мужчинами. Я же не трачу свою жизнь на какого-то психически больного бывшего. Ах, как ты посмела. И еще он психопат, а не психически больной. Есть разница? Наслаждайся одиночеством. Люди такие сложные. Мне лучше самой по себе. Как людям удается поддерживать общение, чистая загадка для меня. Такие слабые и ограниченные, но все же они приносят столько боли. Никто из них мне не нужен. Кроме Луизы, она знала о моем прошлом и все равно решила дать мне шанс в лаборатории. Не всем дается второй шанс. Теперь у меня новая жизнь, новый дом. Кеннелпоинт – это многообещающий район в Готэме близ воды, где предостаточно места для моих растений. Кому нужны слуги или партнеры? Я все равно никогда не вписывалась в мир людей. Мои эксперименты составят мне компанию, кульминация многих лет исследований генной инженерии. Я дома, малютки. Я так рада, что перенесла вас троих из лаборатории сюда. Вам, похоже, в моем парничке нравится гораздо больше. Не хочу вами рисковать, в лаборатории слишком много идиотов вроде Уилсона. Спокойной ночи, спите крепко. Луиза следит за 4-м растением в лаборатории. Она единственная, кому я могу доверять. Мы вместе проверим его завтра утром. Еще разрывы в Гриспин-системах. Нужно будет завтра обсудить это с Луизой. Никто из них мне не нужен. Я только хотела бы, чтобы рядом был кто-то подобный мне. Харли? Видимо, нет. Но я все равно уже выспалась. Проверю деточек. Уверена, вы особо не... выросли? Что за... Не верится, как сильно они выросли и без моей помощи. У Луизы будет удар. Странно, машина Луизы, почему она здесь так рано? Луиза, ты ведь не работала всю ночь, у меня хорошие новости. Луиза...